Лучших сотрудников Люберецкого территориального управления Мособлпошспас наградили почетными грамотами и юбилейными медалями. Поводом стал профессиональный праздник спасателей, который отмечается ежегодно 27 декабря. Наша съемочная группа побывала на торжественном собрании. Спасатель – это та работа, где не бывает праздников. Всегда на чеку и всегда на боевом посту. Небольшое исключение в профессиональный праздник – собраться вместе на несколько часов и подвести итоги уходящего года. 2019 год, я должен сказать, что был относительно спокойным, если так можно говорить, для нашей службы, Люберецкой службы. Были, конечно, ситуации такие, дорожно-транспортные происшествия, пожары, но таких серьезных, больших, таких критических ситуаций не было. Я считаю, вот мы движемся вперед, не стоим на месте, мы развиваемся динамично. Динамично развиваться помогают настоящие профессионалы. Павел Грищенков – один из них. Результатом его трудов стало присвоение почетного звания – заслуженный спасатель Московской области. Мне кажется, таких, как я, немало. Я знаю очень много людей из Московской области, спасателей, которые развиваются, не стоят на месте и вполне заслуживают, я считаю, этого высокого звания. Вот, я очень большим, что мне его присвоили, и буду стараться соответствовать высокому званию. В этом году ряды Люберецкого Мособлпошспаса значительно пополнились и техникой, и людьми, и новыми площадями. Одним из знаковых событий стало открытие пожарного депо в Малаховке. В следующем году заработает еще одно в Октябрьском. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.